Спасибо большое, Александр Григорьевич, за радушный прием в первую очередь. Передаю вам огромный привет от Нурсултана Набиевича, от Касымжана Кемелевича. Прямо вот они персонально мне поручили передать наилучшие пожелания и вам лично, и белорусскому народу. Александр Григорьевич, как вы знаете, Казахстан и Беларусь отличают особый дух отношений. Это и стратегическое партнерство, и близость народов, и ваши личные отношения с Нурсултаном Абишевичем и Касымжаном Кемелевичем. Это тот фундамент, на котором сегодня строятся и развиваются наши отношения. Правильно вы говорите. Задача правительств наших стран – исполнять те договоренности, которые вы вместе с Нурсултаном Абишевичем и Касымжаном Кемелевичем достигли, и мы будем работать в этом направлении. Сегодня мы провели переговоры с новым руководителем правительства Беларуси Романом Александровичем. Я считаю, очень конструктивно наметили новые какие-то сферы, где, я считаю, есть у нас потенциал, но не реализован, в частности, в агропромышленном комплексе. У нас, мы знаем, огромные и хорошие, очень высокого уровня компетенции белорусских аграриев. Мы предложили сегодня работать вместе. Рядом у нас рынок Китая огромный.